назад. Жучки ничего, дочка, они, можно сказать, твари безвредные. А вот мышь, она, проклятая, всю отару чумой заразить может. Отгоним, дочка. Ксу, 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 ксу. Всю воду придется вычерпать. Поводишь верблюда. Быстрее, дочка. Пошли. Прогоним отару через огонь. Зараза боится огня. Thank you.
Все ли у нас хорошо, дочка? Чайку бы сейчас в тени хорошо попить. Могила разваливается. Чинить надо, а еще лучше новый поставить. Колхоз придется ехать помощи просить. Thank you.
стыдно встречать нам гостя, дочка. Высокого, стройного. Скоро будет здесь, очень спешит. Как живешь, дорогая? Как все твои жизни? Хвала вашу! Здорово! Ничего. А вот это шадурды. Салам алейкум. Давно хочет повидать вас, да все случая не было. Пусть погостит у вас до вечера, а я на обратном пути его заберу. Хорошо, хорошо. Пойдем тень, сынок. Агулькиик! На, попей чайку, сынок. Как живем, Агулькиик? Подарков я тебе много привез. Гудит. Значит, исправный. Чай сохранит горячим, а чел холодным. Бери. Это тебе все от колхоза. За то, что вязала теплые носки и варежки для солдат. Ну, как бы благодарность. Раньше было все для фронта, а теперь стало все для нас. Эх, похвахай, бедные мои косточки. Анага, как ты ладишь со своим ревматизмом? Беда, да и только, сынок, замучился. Закапываюсь в песок, лежу-лежу, потом обливаюсь с головы до ног. Но что-то никакого толка пока не видно. А я всю жизнь буду помнить тот сырой окопчик. Всего 3 дня в нем пролежал, и вот уже 3 года мучаюсь. Но ничего, Анага. Есть одно верное средство от нашей хвори. Дай-ка пиалушку, дочка. Ну-ну, что за средство такое, Мерген? Немножко верблюжьего чала со сметаной. Ха-ха, захотелось чала, так и скажи. А, красота. Хвала этому источнику. Нигде такого чала не пил, Агулькиик. Агулькиик, возьми-ка пиалушку. Ну, сынок, пей чай. Я в колхозе узнал, не вернулся ваш сын. Мы с Мурадом вместе были в летной школе. Он в письме фотокарточку прислал. Хороший был летчик, бесстрашный. Какая бы опасность ни ждала его,
уходил с улыбкой. Однажды не вернулся из ночного боя. Говорили, вынужденная посадка. Но так мы ничего определенного не узнали. Thank you.
Жива, здорова, дочка, все ли у нас хорошо? И
Из Ашхабада какой-то важный человек приехал, и вот весь колхоз в клубе собрался. Мелансерис мы, значит, а этот человек встает и мою фамилию называет. Тут все как один хлопать стали. Просит меня подойти к столу. Подхожу и вижу, секретарь райкома сидит и наш председатель. Ну, думаю себе, интересно, что будет дальше, для чего они звали к столу? Тут ко мне подходит этот важный из Ашхабада и вручает коробочку, орден. Крепко жмет руку, но отец говорит, спасибо тебе за твой труд. И лам отвечает, спасибо, ну что я такого сделал? А председатель говорит, вай, какой ты у нас был, такой остался, не меняйся. Тут все люди засмеялись и опять начали хлопать. Хлопали, хлопали, но я поднял руку, не нужно, тише, земляки. Ну, утихли. Я так говорю, доволен, просто нет слов. Ну вот, если можно, дайте один шерстяный красный платок. Один спрашивает, зачем тебе красный платок? А мне он за тем, что моя дочь упорно от меня закрывается ешмаком. Уж знаешь, сколько лет закрывается? Платок хочу, говорит отец. Если ты мне не подаришь красивый красный платок, не сниму ешмак. Ну как, дочка, нравится? Послушай, вот что значит старая голова. Чуть не забыл. Наши фотографии. И в клубе я сказал, и сейчас скажу, это твоя заслуга, дочка, только твоя. Но знаешь что, сделай для старика доброе дело. Скинь свой ешмак, а? Завтра встреть мне без ешмака. Председатель обещал помощника.
Ой, Кик-джан. Салам алейкум. Как живешь, Кик-джан? Все хорошо? Все благополучно, да? Ой, родненький. Да, моего котенка. Щеночка привез, да? Как поживаете, Агуль-Кик? Все в порядке, живы-здоровы. А старик где? Атару погнал? Да. Кибитку где лучше ставить? Вот тут. Бибитач, стой. Все, приехали. Держи, щеночка. Кик-джан, помоги сойти. Спускайся, я держу. Пойдемте, чаю попьем. Чай потом. Лучше поставим кибитку, пока не очень жарко. Арсланчик, посади верблюда. Чок. Чок. Веревку? Хорошо. Чего ты закрываешься от Назара? Вы же с ним ровесники. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Как дела? Как здоровье? Спасибо, как вы? О, кто к нам приехал? Ну, здравствуй, что хорошего? Как тебя зовут? Арслан. Ты посмотри на себя, Арслан, ты весь промок. А? Назад! Смотрите, чего они вдруг стали? А как же, они чужого увидели. Гурайт! Гурайт! Вот тебе айчики. Вот. И еще. А, пришла. Ну, проходи. Вот теперь твоего чайку и попьем, Кик-джан. Чупан ага своего Акмурада тоже оплакивал. Какой Чупан ага? А тот, что живет у большого дерева. У него 9 дочерей и 1 сын. Он уж на него и похоронную получил. Ой, сын Мараладжи, да? Ну да, бедная Мараладжи сердце надорвала, плакала и ночью, и днем. Вот, значит, они справляют поминки, а тут, представляешь, он как раз и является. Сам Агмурад? Ну да, что тут началось, не спрашивай. Такой переполох поднялся. Но слушай, что дальше было. Несчастная Мараладжи кинулась к сыну, только успела его обнять, и тут же на руках у него скончалась. Сердце не выдержало. Ой. А что было у нас в ауле, когда мы узнали, что война кончилась? Вот, к примеру, Тугурага. Он все бегал и кричал: люди, кончилось, кончилось, проклятые, живем. И до того добегался, что папаху потерял и не заметил. Бибитач, а? Назар тебе с войны писал? Ой, целых 2 года не писал. Я все ждала, ждала и ничего не получала. А его самого-то ты долго ждала? Он Берлин взял, да еще год отслужил, так что считай. Знаешь, Кик-джан, пройдет недельки 3-4, и мой Назар как следует освоится с Атарой. А вы уедете отсюда. Довольно вам в песках сидеть. Может быть, я тоже до весны в колхоз уеду. Одной с детьми, думаю, трудно будет здесь. Ты-то не знаешь, сколько с ними хлопот.
дядя Мерген едет. У него новая машина, большая. Я залезу на нее. Ладно, можно, мама? Соседка тебя, Гульпиик. Ну вот, я тоже подарка дождался. Ничего, а? Верблюда твоему подарок привез. Ветряк. Воду за него станет таскать. Вот на днях сюда приедут рабочие, наладят. И будет твой верблюд ходить к колодцу только водички попить. Сама понимаешь, молока будет больше давать. Чалу наготовишь, хоть залейся. Так нельзя ли в счет того, хоть залейся, сейчас получить одну чашечку, а? Дочка! Так что, начнем забивать? Валяй! Бебетач, а Гулькеек не видела? Куда она могла уйти? Арсланчик, иди сюда. Скажи деду. Приехал дяденька на лошади. Она с ним ушла. Скажи. Мама говорит, дяденька на лошади приехал. Она с ним ушла. Тарас, давай насадим круг. Захвати эту проволоку. Приподними. Довольно. Хорошо, хорошо. Thank you.
Шмак, почему не сняла? Привыкла очень. Сниму как-нибудь. Ассаламу алейкум. Здравствуй, Джеб. Каким ветром? По дороге. Как поживаете? Джеб, вымой руки и присаживайся. Как отец, как мать. Ничего, неплохо. У вас как? Спасибо. Хорошо, хвала Аллаху. На рассвете задуло с юга, и овцы свернули. Потянуло их на свежий ветер. Ушли на другое пастбище. Ешь, бери, угощайся, сынок. Дочка про это не знала и послала тебя на старое место. Ну, ничего. Только жаль, не поговорили без Гульквик. Разминулись. Меня отец послал к вам. Велел отец говорит, Гюлькиик надо забрать. Грех мы над ней совершаем. Сколько человек может ждать? К нам без конца сваты приходят. Вы далеко, не каждый доберется. Теперь у вас помощник есть. Ну и отец, конечно, ждет вашего слова. Все это верно. Я уже не раз начинал такой разговор. Усажу ее рядом с собой. А она встает и уходит. Попробую еще. Попробуйте. Пора уже. Отец этого хочет. Мне пора, сестричка, не беспокойся. Дай-ка. Подождешь немножко, я... Не надо, не надо. Вечно ты. Ну, перестань. До свидания, сестра, будь здорова. Да не надо, я говорил. Всем нашим привет передай. Передам. Всего вам доброго, Нага. Спасибо, счастливого пути. Ну, до свидания. Твоим кланяйся. Дайте знать, как решите. Ладно.
Подожди, дочка, не уходи. Садись рядом со мной. Зачем сюда твой брат приезжал, дочка? Его прислал отец. Родные озабочены твоей судьбой. Я их понимаю. Пусть будет проклята война. Она забрала у нас наших сыновей. Но они погибли за то, чтобы жизнь продолжалась. И надо жить, дочка. Надо жить. Себя как надо. Сын был бы доволен тобой. Спасибо тебе, дочка, за все. Будь счастлива. Не гоните меня. Я никуда не уйду от вас. Что ты? Что ты, дочка? Ну что ты? Что с тобой, деточка? Страшный сон увидел? Ну иди к маме, иди, мой маленький. Вот так. Спи, спи, мой хороший. Иди, Бибитач зовет. А в чем дело?
А я почем знаю? Зовет, значит, надо. До колхоза далеко ехать. Ты поезжай в Учкуи и привези Тувак и Дже. Дочка в этом деле не помощница. Ты поспеши, Назар. Поехал. Куда, Арслан? Ты со мной. Ну-ка, помоги дедушке. Молодец. Молодец. Так. Вот так. Идем, Атару с тобой поесть будем. Кур! Это твой, да? Опа, да, Арсланчик. Будет старший, значит. Папа, тетя Гульки к мне домой не пускай. Пойди в Тунчу, воды налей, чай с тобой вскипятим. Быстро, быстро. Сейчас, дочка, сейчас. Дай только руки смажу. Назар! Принеси еще. Пальни-ка из винтовки, а то дела неважно идут. На, подержи. Одного ястреба. Где? Вот же. Режь вот тут. Боюсь. Первый раз и я боялась. Ничего, Бог даст, привыкнешь. Давай режь. Да я ж не умею. Режь, а то ребенка застудим. Режь. Вот здесь, где я держу. Смелей, смелей. Ну вот так. Видишь, ты стала теперь во второй мамой, Агулькейк. А когда он у нас большой вырастет, на первую получку подарок хороший тебе купит. На свадьбе у него на почетном месте будешь сидеть. Лей, дочка, лей. Ой, какой же он хороший. Сюда, сюда, лей. Осторожно, ручку. Ничего, дочка, не бойся, ничего ему не будет. Ну вот и готово. Подай одеяльце. Ну вот. Бери. Пойди посмотри на братика. Иди. Подойди, Арсланчик. Иди посмотри, братика, какой он красивенький у нас, какой он у нас маленький. Хороший. Арсланчик, как ты хочешь назвать братика? Ну, ответь же. Не знаю. Как не знаешь? Иди, сынок, уведи его. Ага. Ну-ка, Бибитач, покорми его. Чего ты, милая? Мне показалось, молока нет. А ну-ка, подержи. Ой, точно, молока нет. Ничего, ничего, дочка. Если до утра не прибудет, придумаем что-нибудь. Как-нибудь накормим твоего крикуна. Да, ослабли женщины. Сколько за эти годы слез пролили, сколько горя видели. Ничего удивительного. А чего он плачет? Агулькик, если заснул, положи его. Ты спи, сплю, сплю. Ты тоже приляг.
Ах ты мой хороший, мой маленький голодный барашек. Сейчас, сейчас, не плачь. Назар! Ну что, опять плачет? До утра далеко? Светает вроде. Поезжай в пески за Ана-ага, Назарджан. Пусть благословит младенца. Такие дела делаются только с восходом солнца. Дай-ка, дай. Иди, сыночек, к бабушке. Маленький ты мой, хорошенький ты мой, славненький ты мой, ягненочек. Кекджан, принеси молока. Какое шимя братику дал Арсланчик? Да вот еще не придумали. Тогда назовем его Амангильды, чтоб все, кто в пути, вернулись живыми, здоровыми. Или назовем его Азад, чтоб все были свободными, счастливыми. Поезжай, Назарджан. Еду. А вот и молочко. Смотри, как накинулся, ай-яй. Такого хорошего мальчика держали голодным. Вот я вас. Ах ты мой миленький. Ой, сразу успокоился. Не надо, барашку, не надо. Опять завел свою песню. Дайте, я его поношу. Бери. Осторожно. Вах-вах, эй. Иди ко мне, певец мой. Может, помолчишь немножко? Вставай, дочка.